Какая жизнь осталась позади, дарящая теперь седые пряди. В ней все, что смысл имело впереди, все для людей, точнее, людей ради. Гаснут жизни друзей, небу тесно от звезд. Переполнена грудь тоскою, боль оставленных ими на сердце борозд не дает и не даст мне покоя. И не надо. Покой это станет потом, это чуждая тишь, безбрежность. Красота украшает наш сказочный дом, а спасает планету нежность. И спасает ее доброта ваших глаз. Вам прибудет и век не убудет. Все бесценные россыпи нежности в вас. Не гасите их, добрые люди. Окончен дней недлинный ряд. Скорбим над тишиною стоя. Кинематографа солдат ушел в бессмертие с поля боя. Товарищ командир, задание выполнил. Садись, что видел? Видел, как дымил один с дура, а вот как падал не видел. Не то. Разрешите? Ты что видел? Из первой девятки завалили два лапотника, остальные драпанули. Не то. Бано, что видел? Нас сажали четыре фокера, но мы все же выкрутился и к вам. Я сбил, товарищ командир. Поздравляю с первой победой. Но сбивать самолеты противника это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. Но так вы все-таки видели. Ой, в лузе, лузе червона колына. Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Да нет. А воздух другой, а небо голубее, и земля зеленее. Ну, хотелось бы, чтобы в жизни побольше было таких людей. Именно таких, как он показал в фильме. В принципе, и требовательность, и забота. В нем многие качества соединены, как командира непосредственно. Ну, многим, конечно, надо командирам, вот, руководителям брать пример с него. Безусловно. Эскадрилья поющая. Вроде все рвались, ведь даже по фильму видно. Все эти новые кузнечики, которые прибыли в эскадрилью, все просили в третью. Вот и баты замечательно. Ну, он там играет рядового, но именно в то же время он играет такого ведущего за собой человека, который может пойти на любое, так сказать, дело. Ну, мне в его образах нравится именно достоверность. Ну, мне кажется, мы потеряли с гибелью Леонида Быкова своего командира эскадрильи. Сергей, мы знаем, что первая твоя картина
Вообще в жизни первая картина. Наверное, тебе очень повезло. Был фильм «В бой идут одни старики». И что этот фильм вы снимали здесь, на этом учебном аэродроме. Верно. А мы взлетали. А вон туда немножко подальше. Там снимали смерть Ромео. Могилу понятно, там девочек ставили. Говорят, что Леонид Федорович Быков был сам за штурвалом. Да. Но он учился в школе летной, но не доучился, потому что война закончилась, и эти школы быстротечно распустили, он просто не смог. А так он сам все делал. Вот ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Только любовь. Любовь. Вот с Серегой от Бреста до Сталинграда топали с любовью. И от Сталинграда сюда, до Днепра, с любовью. Я по этому маршруту смогу через 100 лет без карты летать. Потому что по всему маршруту могилы наших ребят из поющих. И там не одна эскадрилья, там дивизия легла. А сколько еще... Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу: «Развалинами Рейхстага удовлетворен». И можно хоть домой сады опрыскивать. Максим Иванович, вот это один из классов, где он сидел, где он учился, да? Да, это если тот, можно, это тот, да? Класс, тот класс, да. Если можно, где именно, скажите, пожалуйста. А вот, вот за этой партой он сидел, вот за этой партой. Понятно. И еще такой вопрос. Ну, Зоя Пантелеевна, вот скажите, сколько было лет Лене Быкову, когда вы его учили? В каком классе он был? На вашей памяти. И в 6-м, и в 7-м классе был. Ну, такой мальчик живой, любознательный. Везде, где не посей, он уродится. Ну, как и все здоровые, умные, любознательные детки. Худенький, так и он был. Худенький, да. Ну, а в классе держался всегда тихо. И хотел малозаметным быть. Вот такой у него. Но это ему не удавалось, да? Да, конечно, не удавалось. Он говорил, что я все равно хочу идти на фронт. Но на фронт он не попал, потому что его там задержали, был маленький ростом и прочее, прочее, не попал. Тогда он решил учиться на летчика. Там недалеко от Барнаула, где-то в порядке 300 километров, было училище летчиков. Он учился. Я говорил, брось туда эту потеху, потому что все равно мы не пройдем. Ни по комиссии не пройдем, может быть, даже и по росту. Увлекался он художественной самодеятельностью. И в одно время были модные танцы «Чечетка». И вот он на сцене Дворца культуры нашего завода выступал и выбивал эту «Чечетку». Публика принимала его очень хорошо. Thank you.
Цыганочка с выходом исполняет именинник, изобразит. Трофим Карпович, мы знаем, что вы были педагогом Леонида Быкова. В общем-то, тем человеком, который его, так сказать, воспитал, сделал из него актера. И эта сцена была его, в общем-то, лабораторией самой начальной. И хотелось бы от вас услышать, очень хотелось бы, когда самый первый раз, вот постарайтесь вспомнить, когда вы самый первый раз его увидели. Каким он был? Когда он поступал, может, на экзаменах вступительных? Сейчас я вам скажу. Это было в 6-й аудитории. Пришел ко мне... если можно так сказать, хлопчик, вот, даже не юноша, а хлопчик, небольшого роста, выцветший, выленилый, в футболке лимонного цвета, как сейчас помню, вот, с красными щеками и утиным носом. Я так посмотрел на него и, знаете, по нашей такой штампованной привычке подумал. Хорошо, что же из него может быть? Николай Семенович, пожалуйста, несколько слов о Леониде Быкове. Ну, мне бы в первую очередь хотелось сказать вот о чем. Ну, все мы обязаны многим своим родителям. Леня... по-моему, тоже многому очень обязан своим родителям. Он многое взял юмора, народного юмора. Спортсмен был великолепный, любил футбол. Это странно, мы об стране не знаем. Да, любил футбол, играли вместе, очень переживал, эмоциональный был. Вот. Любил петь и танцевать. Кстати, вот в фильмах «В бой идут одни старики», там многое взято вот с нашей студенческой жизни. Кстати, он любил дирижировать. Занавес. У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири, край суровый, могучий, и песни такие же. Ревела буря, гром гремел. Вано, Грузия. Горы и ритм такой кавказский. Вано! Ну, а я из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как степь. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, млечний путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, в лузі лу, червона калина. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста первого украинского, бывшего воронежского, будущего солиста Большого театра. Очень большого. Очень большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Ніч яка місячна. По техническим причинам отменяется.
Женя, мы снимаем картину о Леониде Федоровиче Быкове. И поэтому просим вас вспомнить и рассказать о нем. Я могу сказать, что так близко мне доводилось встречаться с Быковым дважды. Первый это был такой длительный период, когда я снималась в его картине «Вой тут одни старики». Это первая картина в моей жизни, с ней связана вообще целый этап очень серьезный, как всякое начало, это вообще очень долго. Потом мы вместе с Леонидом Федоровичем ездили на фестиваль. Мне кажется, если говорить о Быкове, то нужно прежде всего говорить о Быкове как о человеке. Человеке с большой буквы. А потом уже о прекрасном артисте, о режиссере. Он был артистом, это все видели, в общем-то, режиссер там тоже. Вот. Для нас он, в принципе, если так можно сказать, крестный отец кино, правда же? Да. Мы в 76-м году картину «Будут одни старики» послали на фестиваль в Колумбии, в городе Картахена. И, в общем-то, у нас, конечно, может быть, это выбор был не самый лучший, потому что... В смысле картины? В смысле картины, нет, в смысле картины на этот фестиваль, потому что люди очень далеки от этих... Там мы, когда они увидели черно-белый, значит, вариант, узкий экран, ходят какие-то девушки в комбинезонах, война там, что-то это все как-то немножко так не просекали. И картину смотрели очень не собрано, был шум такой в зале, а потом мы поняли, что, в принципе, это почти на всех картинах. Там они Феллини вообще просто уходили из зала. Картина, особенно в сравнении с тем, как у нас смотрели эту картину, когда там все замирали, значит, сначала там все хохочут, потом плачут и такая реакция. А там, значит, и какое-то ощущение провала, что картина просто проваливается. И мы сидели, значит, в зале, и Леонид Федорович вот так вот закрыл лицо рукой, вот так вот. Весь зрительный зал, все, никто не стал уходить, все повернулись, все, да, все стали смотреть на него. Как, и я, значит, стояла тоже, вышел, да? Я тоже так стояла, значит, что мы вдвоем на это самое... на баррикаде. И он начал говорить, я даже не помню конкретно, что он говорил, но как-то о картине, желая им немножко интерпретировать вообще эти проблемы, которые, в общем-то, оказались немножко далеки для них. И он начал говорить, его стали слушать, потом он начал шутить, они все стали смеяться. И в результате, когда мы уходили, честное слово, мы уходили, эти люди стояли, они стали в проходе, они ему руку жали, и что-то такое его хлопали вот так вот. В общем, он им, видно, так понравился. Когда пришел к нам Леонид Быков, он сразу заявил о себе. Это было рождение нового актера. Мы знаем, он сыграл роль Корчагина. Да, она явилась этапной в творчестве Быкова. Критика сразу заговорила как о появлении нового, самобытного, крупного актера. Такое чувство юмора большое было, у него такое человеческое обаяние, которое переходило прямо, и все окрашено большой душевностью. В кино последние годы мы его знали как художника философского склада, а вот о другой грани его таланта, о юморе, вот об этом расскажите. Знаете, у Лени всегда была маленькая грустинка такая, даже в его юморе. Лидия Антоновна, в вашем доме в студенческие и годы и в первые годы работы в театре жил Леонид Быков. Каким вы его запомнили? Я не могу сказать, что я его очень долго знала. Он жил здесь совсем не так долго. Ну, может быть, года. Потом же он уехал в Киев. Но знаю только одно, что он был очень хороший человек, очень простой, ласковый, добрый, отзывчивый. И вообще в нем не было такого, знаете, он не кичился тем, что он артист. Как с ним случилось такое несчастье. Было и жалко, и просто не верилось, что он так рано ушел из жизни. А я вот старуха, мне уже 80. Скреплю. Когда наоборот, меня надо было. Он как-то всех вот, ну как магнит притягивает к себе металл, понимаете? Вот так этот человек своим теплом, своей душой,
теплой душой. Понимаете, вот как вот печка иногда отдает тепло, так вот этот человек отдавал свои добрые чувства к другим людям. Даже если ему плохо, наверное. Наверняка, наверняка, безусловно. Были такие дни, когда здесь ему на студии не совсем было хорошо, когда у него там что-то с картиной, да, ну там что-то с картиной было. Вы его знали давно, вы его знали как театрального актера. И его самые молодые годы. Хотелось бы от вас услышать, вот почему этого человека действительно любили все люди. Почему так? За что его любили? За что? Ну, я считаю, прежде всего, за то, что он был очень талантливый человек. Очень талантливый. И имел очень редкий дар. Дар комедийного актера. Это редкий дар в театре. И в кино я тоже считаю. У нас, правда же, можно по пальцам посчитать всех комедийных прекрасных актеров, я имею в виду. Но у него была, извините, эта комедия очень не похожая на комедию. Да. Это была и лирика, и грусть, да. И ирония. Да. Я очень любила Чарли Чаплина. И мне казалось, что у него очень много есть этого дара, вот чаплиновского, вот по тонкости комедийного исполнения. И что нас всех актеров поражало, это то, что он сразу почему-то был очень профессионален. Как сказать, он имел класс, вот то, что добивается годами иногда. Но у него, очевидно, вот был большой талант в этом отношении. И мы, вот актеры, и тоже он нас всех притягивал к себе, очаровывал этим своим, какой-то своей отношением к искусству, к роли, к товарищу, к ансамблю. Это не был такой актер, что вот я играю, распишись. Он вообще в жизни был незаметным человеком, очень скромным, всегда тихо разговаривал. К нему нужно было прислушиваться. Почему-то у меня было всегда такое чувство, что к Лене надо очень осторожно и товарищам относиться к нему, и всему тому окружению, куда он попадает. Он очень был ранимый человек, очень ранимый. Он так любил жизнь, так любил людей, так был, такая тонкость у него была к людям, подхода к каждому человеку. Вот я представляю себе, все те люди, которые работали в его фильмах, что они получали колоссальное удовольствие не только от его таланта, вот как режиссера, организатора фильма, а как от человеческих его качеств. Вы понимаете, что это человек был в искусстве, который, он думал всегда о том, что он даст, а не что он возьмет. Стойте, стойте! Ты что, еще не прибил? А плакат где? Максим не принес. А, нашли кому поручать, Максим. Эх, Максим, ну почему ты в летчики не пошел? Летал был на реактивных. Да предлагали мне и в летчики, и в артиллеристы. Ну все ж не самостоятельные роды войск, все ж пехота обслуживает. Точно! Где больше всего героев Советского Союза? Пехота! Максим! Правильно. Выполнено. Никто не заметил. Никто. На ворота повесил. Молодец. Валю, хлопцы, мы Коле прицепили? Есть. Петру тоже? Ага. Шофер новый, который квартирует у бабки Гарпины? Получил. Получил свое? Так. Андрею Бандуре, Сереге и Тимоше. Ну, в ружье, давай. Тирай-тарай-тирам, тири-дири-я-да-тара-там. Дрян, вам. Вот смотрю я на вас, хлопцы, и удивляюсь. Ничего же вы не научились. Нет, Вер, живем дружно, одной семьей, а картошку чистим в разные ведра. Глубокая мысль. А ты изложи ее дежурному по кухне. Да что дежурный? Все же зависит от вашей сознательности. Не любишь работать, а? Кто, я? Да я в деревне был первым человеком.
Ну чего? До сих пор советую. Он недавно одно им предложение подкинул. Благодарят. Ящик халвы прислали. Не знаю, что с ней делать. Тащи сюда, поможем. Да? Вот это друзья. Значит, халву есть поможем. А картошку чистить? Сколько принесешь? Ведро картошки, кило халвы. Это, ну а если обманешь, порядок. Я Жорову по кухне скажу. Понятно. Что с тобой? Что с тобой? Ты чего ищешь, а? Опять такого тигров посторонние! Что тебе было сказано? Ну-ну-ну-ну-ну, а вы не очень шумите. Кто это такой? Я Мокин. Николай, тебе что было сказано? Сколько раз я тебе говорил? К тиграм не подходи! Выскочка несчастная! Ты чего смотришь? Разъяла! Казимир Иванович! Тоже скричался. А ты тоже, Лена, хороша. Ну чего крутишься возле зверей? Откусит руку и все. Начинается. Ну, пойди маме, доложи. И доложу. Ну, вот и доложи. Лена. Ну, что, дурачок, ну, что с тобой сегодня, а? Ну, что, маленький, что это? Лена, а Федор Николаевич, он... Ну, он что, он нравится тебе? Федор Николаевич, конечно. Теперь он меня не уговаривал уйти из цирка. А вот я ассистенткой буду работать в его номере. И уедем еще. Ну и пожалуйста. Я сам сегодня того. Чего? За керосином идем. Вообще дело делаем, а не то чтобы. Аля-пурш, пуренька-пуренька, сю-сю. Ну тихо. Вот у тебя какие понятия, да? Отсталый ты все-таки, Петька, человек. Лена, а? На репетицию. Прощай! Пропади ты пропадом, людоед. Откуда? С посвятими. Свенчим. Представ си, стріли зровна з його биту. З квартири, розумієш? Понимаю. Ваша квартира? Так. Значит, вернулись домой, а там гости. Снад цьому врач жена. Так і була в лагері. Жена тоже в лагері? Видеться в раді. Вернуться, обязательно вернется. Сколько лет жили в этой квартире? Лет в этой квартире. Сколько лет? 17. 17 лет. Справне, сам си на ній патреч. Не, ти, не ходь там. Нач? Чого? Вернеться жена. Откройте дверь. Ну, поп'єте чайку, поговорите. Півечка или как у вас, я не знаю. А я буду уже далеко. На ура! В Росії! Thank you.
Дядюлёна мужа трепит. Ну давай, давай. Ну покажись, покажись. Ну вот. Приказываю взять. Нет. А я приказываю. Взять! Не оставлю я тебя, Леша. Не могу. Разговорчики. Леша, слышь, как же я жить буду? Счастливо. Алешка Кишин там остался, а мне свой аппарат отдал. Сидишь, как памятник. Не знаешь, чем руки занять. Господи, что мне с тобой делать? Ты что, никогда за девчонку не держался?
Ну, а если нет, тогда что? Так не теряйся, пока я добрая. Я не люблю таких шуток. Подумаешь. А зачем же ты приходил сюда? А я ходил не к такой. А я вот такая. Не нравлюсь? Нет. Ну и катись туда отсюда. Учитель нашелся. Слушай, у тебя жена есть? У настоящего моряка в каждом порту жена. А что делать? Выйдешь вечером в Рио. Набережная Капа-Кабана. Вот там прогуливаются мулатки. Так и прогуливаются. Знойный ужас. Губы во, ноги короткие. Вокруг бары, джаз, рестораны. Нет, ну лично мне это не очень. Но что хорошо? Калипсо. Вот это. И на сковородке. Культурно. Что же это такое калипсо? А орех такой на вкус, на цвет. Но под это дело идет. Глянешь, вспомнишь, вспомнишь, взглянешь. Да. Вот она. Между прочим, это французская киноактриса Бриджит Бардо. И купил ты это в киоске «Союз Печати». Это во-первых. А во-вторых, калипсо не орех, а танец. Сибон. Скажите, вы спокойный, уравновешенный или легко возбуждаетесь? Я, доктор, спокойный, уравновешенный и легко возбуждаюсь. Тетя Паша. Ну-с. Вы там скоро. Кто это там безобразит? Вызову, когда очередь подойдет. Не дышите. Ладно. Так. Смотрите сюда. Высуньте язык. Спасибо. Садитесь. А у вас что, бывают какие-то неприятные ощущения? Да, неприятные ощущения, когда кричат и ругаются. Кто кричит? Директор. Ага. А еще кто? Одна, ну, общественность. Ага. А у вас что, психогенные реакции или галлюцинаторно-бредовой синдром? Простите, что вы сказали? Ну, доктор вас спрашивает. На вас находит?
Кто находит? Вы что, русского языка не понимаете? Ну, вы немножко, ну, не в себе, или же просто нервный. Позвольте, нет. Прасковья Ивановна, я сам, позвольте. Вот вы говорите, директор, общественность, это хорошо. А вот не бывает у вас навязчивых состояний? Ну, понимаете, вас могут преследовать какие-то страшные мысли, воспоминания. Ну вот, например, хотя бы может возникнуть опасение, что во время охоты своим выстрелом вы убили мальчика, собиравшего грибы. Мальчика? Когда? Почему? Товарищ младший лейтенант, у вас огонька не найдется, что-то моя Катюша совсем не фурычит. Ефрейтор Святкин, почему вы здесь? А бой? Какой бой? Как какой бой? Я же сказал, что танки справа. Там же атака, там же ваши товарищи гибнут, а вы... Танки? Это те, что справа? Да. Так те танки прокат бил. Как отбили? Отважно. Так доложите, как положено. Докладывай, все в порядке, Бобик сдох. Какой еще Бобик? Фрицевский. 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Мы их там, Калуга, мой второй номер, доколачивает прикладом. Ефрейтор Святкин, ну вы же взрослый человек. Ну что вы дурочку-то ломаете? Ну как вам не стыдно? Так это же все бирюльки. Аты-баты шли солдаты. И один вопрос не по уставу, можно? Можно. Слушай, лейтенант, ты когда-нибудь немецкий танк видел близко? Ну так метров в 10, когда он на тебя прет. Метров в 10? Нет, не видел. Но это не бирюльки, это учение. Понятно. А почему у вас ушанка не завязана? Чтобы слышать команды, товарищ младший лейтенант, вдруг вы скажете «отбой». Так, все. Отбой! Ефрейтор Святкин все танки перестрелял! Только что вы посмотрели одну из последних работ Быкова. А вот первые его роли, вы помните? Именно с ранними работами мы не были знакомы. И вот очень хорошо, что проводится такой фестиваль фильмов, что ли, что имеет возможность, мы имеем возможность, более молодые зрители, познакомиться с ранними работами. Другого поколения. Да. Понимаете, какой-то такой артист, такой захватывающий артист, такой замечательный артист, что ее смотришь и переживаешь. Сам когда-то был такой... одежки, понимаешь, военные, понимаешь, и его переживаешь, как он хорошо это преподносит молодому поколению. Такое впечатление, что он воевал тоже? Ну да, такое не только впечатление, а такое, когда если смотришь, так думаешь, он действительно воевал, понимаешь, или нет. Ну, мягкий, добрый, думающий человек, какой-то со своей человеческой темой в искусстве, который до конца все-таки не раскрылся, у него было заложено больше. У него было умение сочетать какой-то внутренний лиризм и... улыбку, иногда даже довольно строгую улыбку. Но, во всяком случае, это был человек такой, что, конечно, бы сделал еще очень много. И для всех нас его смерть – это трагедия. Актер он прекрасный. Дело в том, что я его картины помню и даже как-то с детства полюбил. Но это, видимо... Ближе подойдем. Видимо, зависит и от партнеров, и от многих других вещей. Но он с юных таких лет очень хорошо играл. Особенно запомнился мне фильм «Алешкина любовь». Так как-то. Именно, ну, это 60-х. Это целая эпоха, на мой взгляд. Он был и доступный, и вместе с тем не очень простой, на мой взгляд. Ну, потому что личность. Да. Таких актеров, к сожалению, мало и не так часто бывает. Это не актер, а целый фильм. Вспоминая работу с ним, я могу сказать, что это был какой-то великолепный большой праздник. Не праздник в смысле, так сказать, праздники веселья, а в смысле обогащения и какого-то наполнения от общения с таким великолепным... Интересным человеком. И не только человеком, а как человеком и талантливым, великолепным художником. Я еще знаю студенческой скамьи, когда он кончал Харьковский театральный институт, приезжал к нам на завод с творческими концертами. Это он человечный человек. Я такой человек, я вот еще не встречал, собственно говоря, душевный. Исключительно душевности, да? Вот. Что я могу еще сказать? Жалко, конечно, что он трагически погиб в таком возрасте. Как художника, как режиссера, как актера, за что именно вы любили этого человека, именно Леонида Быкова? Ну, я рядовой зритель, поэтому мне нравилась его жизнерадостность,
жизнеутверждающее его настроение, и то, что он мог быть воспринят и понят людьми разных специальностей, профессий, уровней, возрастов и так далее. Пожалуйста. Нет, вы знаете, просто я, во-первых, его очень люблю, а во-вторых, я смотрела все картины с его участием. Ну, да, я начинаю... Это очень хорошо. Что вы можете сказать о этом человеке, о этом режиссере и актере? Ну, народное, что ли, просто, да, вот именно хорошее. Вот, настоящее. Доброе, смысле, скорее, да, простота. Слова, его да. Фильмы будем любить. Точно так, как старые фильмы 40-х, 50-х годов. Я прошу прощения, вы можете на секундочку задержаться? Мы снимаем картину, если можно, камере. Снимаем картину о Быкове, о Леониде Федоровиче Быкове. Он работал у вас на студии. Это должна быть картина, в общем, как дань памяти о нем. И просим, чтобы вы сказали несколько слов о нем, как о человеке и артисте. Добрее, светлее, прекраснее. Просто мы не знаем, мы все его безумно любили, когда он был с нами. Очень жаль, что все так трагически завершилось. Спасибо, Мальчик. Спасибо, до свидания. Быков есть Быков. Сравнивать, в общем-то, такую величину, как Быков, с кем-то, по-моему, нельзя. Потери Быкова и кинематограф, и зрители потеряли много искренности. Мне так кажется. Это единственные кадры кинохроники, запечатлевшие Леонида Быкова в жизни. Дорогие мои земляки, я набираюсь нахальства и говорю, что земляки, потому что здесь прошло 3 года, но годы войны считаются 1 к 3. Значит, можно считать 9 лет я здесь был. Я очень жалею, что я не поэт, но если мне 100 раз дадут возможность говорить на земле алтайской, я 100 раз скажу одно и то же. Спасибо тебе, Барнаул. Спасибо от мальчишек донбасских, тех, кого вы спасали. Тут были москвичи, ленинградцы, все харьковчане. При слове «Барнаул» прошло 30 с лишним лет. При слове «Барнаул» хочется есть. Кто из старожилов есть в зале, тот, наверное, помнит эти годы. Как скажет Барнаул, рука тянется к хлебу. Вы отдавали тепло, вы отдавали жилье. Я встретился ночью, встретился сегодня. В нашу семью приютила семья Алябьевых. Вот сидит Алябьев. Коля, встань. Пол кровати своей отдал мне. Может, теперь жалеть. Не знаю. Барнаульцы, спасибо вам за все. 30 лет не успеваешь сказать спасибо. Я после войны первый раз в этом городе. Завтра нам обещают дать возможность поехать на восточный поселок, поискать, там, говорят, пару бараков еще осталось. Если сохранились. Ну, а враги-то сохранились там, где мы учились на лыжах стоять. Сказать словами спасибо трудно. Я и в этой картине, которую делали мы, маленькая эпизодическая роль, хороший мой товарищ играет летчика из Сибири. Я мог только отдать ему имя Алябьев. Расплатиться и сказать спасибо, это, наверное, мало. Я вам могу сказать, что мы, те, кто занимаемся искусством, будем всю жизнь помнить все это, чем мы обязаны друг другу. Мы будем ухаживать за могилами, которые перекрестили всю Украину, туда аж до Берлина, где в братских могилах и барнаульцы, и новосибирцы, те, кто сказали, сибиряки пошли.
Но, наверное, наша задача кинематографистов постараться работать так, чтобы не краснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране и за то, что мы делаем в жизни. Сейчас вы будете смотреть фильм «В бой идут одни старики». Это детская моя мечта. Не получился из меня летчик. Был я еще, тогда называлась «Аэрот Тура». Там была вторая ленинградская спецшкола. Отправился я в 43-м году учиться летать месяц. Но, в общем, выгнали, расплакался я, потому что летчику в то время было 136 сантиметров роста. Летчик не получился. Хотелось позже стать летчиком, был в летной. В общем, стал артистом. Это дань моей юности, объяснение в любви к тем, кого я лично знал, многих не знал. Это фильм о тех, кто остался лежать в полях завислой сонной, о тех, кто не пришел домой с войны. Мне очень хочется, этот фильм выйдет только в октябре, в сентябре на экран. Мне очень хочется, чтобы молодое поколение барнаульцев, киевлян, с Камчатки, с Ленинграда, чтобы молодое поколение посмотрело на этих ребят, тех, кто своей жизнью дал возможность нам встречаться сейчас на фестивалях в прекрасных условиях, в прекрасных городах, чтобы они посмотрели на это поколение и про себя сказали: ох, какие были парни. Новинка сезона, арфы нет, возьмите бубен. От винта. А летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый крыл зеленый лист призной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, да клен кудрявый, раз кудрявый весной. Раз кудрявый крыл зеленый лист призной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны в дом покинули родной, ждет тебя дорога к партизанам без густой. Раз кудрявый клен зеленый лист призной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Кудрявый клен зеленый лист изной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый лист изной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. В бой идут одни старики, это был, ну, может быть, если я так смело взять, сказать, что это был наш фильм, потому что я тоже хотел быть когда-то летчиком. Я мальчишкой во время войны видел эти воздушные бои. И хотел вырасти, тоже стать летчиком. И, видимо, вот, когда любишь авиацию, это понимается. Я был очень рад и даже горд, когда мне Быков предложил быть консультантом на новом фильме «Пришелец». Он прислал мне сценарий, я прочитал. Это было, безусловно, интересно, но только непонятно, как и что. Этот фильм можно очень по-разному было сделать. И поэтому, прежде чем согласиться быть консультантом, я позвонил Быкову и спросил: скажите, вот это очень интересно, но о чем это? Я ожидал ответа и с удивлением услышал: а вот мы встретимся и попробуем понять, о чем это.
думаю, что он искал, потому что при такой поверхностной, может быть, простоте этого фильма, он совсем не прост. Быкову главное в летчике – это человек, в солдате – человек, и даже вот пришельцы с другой планеты – тоже человек. Это так называемая летающая тарелка строилась для фильма Леонида Федоровича Быкова «Пришелец». Строилась. За несколько дней до начала съемок Леонид Быков трагически погиб в автомобильной катастрофе. Это последние кадры, запечатлевшие Леонида Быкова на экране. Колхозный механизатор Ефим Тишкин с похмелья махнул в другую галактику. Тебя, земляне. Здравствуйте, девушка. А где я нахожусь? В смысле, в каком я районе? Вы на планете Рюм? Ну, Рюм так Рюм, перебьемся. Слушайте, а может, вы явитесь в натуральном виде для порядка? Я бесплотна. Я бывшая женщина. Красавец. Но этого не видит никто. Руки. Слушайте, кто вас довел до такого безобразия, что сквозь вас предметы ведет? Это все ВМЦ. Высший мозговой центр. Скверные, заумные головастики. Они рассчитали жизнь каждого ребенка по секундам, когда нам спать. Да смеяться, какие видеть сны. А мы хотим рожать, нянчить детей, петь, танцевать, стирать. Прием, прием. Да отстаньте мне тогда. Ух ты, боевая. Как зовут-то? Лурия. Бывшая жена Лура. Эх, Луша, чем же вам помочь-то бездетным рюмкам? Дай твою руку, землянин. Сила. Сила вливается в меня. Ведь Дашка психанет. Ну, зазюкался. Хоть и синий, пришелец был исключительно похож на Тишкина. Детей хоть бы постеснялся в окна лазить. Я благодарен провидению, которое даровало мне мучительное счастье видеть вас ночами. Ну, насчет ночей лучше не заикайся. Да, отныне моя жалкая судьба в ваших руках. В моих, моих. И ложись. А это обязательно?
Я тысячи лет мечтал об этом. Быть рядом с вами, гулять в зеленом поле с этими прелестными животными, с рожками. Хватит Ваньку-то валять. Ложись. Если вы настаиваете. Свет гаси. Может быть, мы ошиблись с нашим бессмертием. В чем-то просчитались. Может быть, все сломать и начать с нуля? Вот в чем вопрос. Товарищ Тишкин. Да, братцы, по-моему, ваша НТР свернула не в ту степь. Как меня раздирают противоречия. Иллурия, как меня раздирают противоречия. Бабы они доведут. Ну, при чем тут бабы? Это философия. Ох, как меня раздирают противоречия. Это интеллигенция. Когда дело так сразу начинает раздвояться. Ну что, полегчало, Марик? Да, кажется, пронесло фазу. Ну что, ты насажал в мозгоцентре мазуриков всяких, этих марзуков? У него такие связи на всех планетах. О связях? Беседуете. Подслушивал. Зачем? Одна из форм нашего общения – прямой обмен мыслями на расстоянии. Слушай, гражданин Марзук, а вот давай обменяемся мыслями. Что я о тебе сейчас думаю, угадаешь? Жду импульс. Чего? Ну, думай, думай. Нет, еще раз. Вы меня куда-то посылаете. Правильно, туда. Угадал. А честно, да какой же лопух придумал эту перпетум мобиль, а? А я с моей группой Синтру разработал химически дерзкий вариант создания новой личности из старых материалов. Суть его проста. Трех некондиционных рюмян превращаем в одного. Вариант носит кодовое название. На троих. А у этих ребят, которые маются в твоей колбе, мамаши имеются? Имеются у них мамаши голубые наши старушки. Старушки ждут сына из колбы домой. Ждут! 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 Но интересы общества диктуют. А по какому ж ты праву комбинируешь ионное контур? Хун выбил. Да выключай! Это взрыв опасно! Ну что ж, Луша? Ефим. Возьми меня с собой. На землю. Даша такое там устроит, что... Я же скроюсь от тебя, ревнивого обзора. Я буду реветь вокруг тебя бабочкой, цветком в палисаднике, электролампочкой. Ты же веришь в платоническую любовь? Во флюиды? Да, девушка, тут полный зарез с этим. Нет, Лукерия, прощай, как говорится, насовсем. Улетаю я, Дарья Матвеевна. Вот обходной. Жить, а начальник, где бригадир? Сделай радио тише. Я люблю.
люблю вас. Спасибо, что вы есть. Самое прекрасное во Вселенной – это вы, Дарья Матвеевна. Ты, врать, на земле наловчился? Или там уже умел? Я, Дарья Матвеевна... Я тебя в дорогу соберу. Земля – это сложно. Это очень сложно. И хотя я многое понял на земле, вы знаете, я близок к расшифровке многоэтажных выражений уважаемого бригадира Грызлова. Я даже понял смысл таких архаичных, рудиментарных явлений, как угодничество и карьеризм, равнодушие и рвачество, демагогия и дефицит и прочих отдельных явлений, столь редко уже встречающихся на земле. Земля – это сложно, это очень сложно. На выставке «Советскому кино 60 лет», где была представлена эта летающая тарелка, в книге отзывов кто-то из хороших людей написал: «Хочется верить, что Быков не умер, а улетел на другую планету и вернется».